всем привет из Алании. Понедельник, время 15 часов, почти 50 минут. Безим магазин, который как Теспа, как Метро. Ну, зайдите в него, кто вот. Кому нужны дешевые продукты, но это, конечно, не к отелям относится, а к тем, кто здесь живет. Да, или к отельным, кто везет домой какие-то вкусняшки, хочет купить их дешевле. Зайдите, посмотрите. Магазин чисто продуктовый, Безим. Здесь, смотрите, я что-то вот это место первый раз вижу. Картина, не побоюсь этого слова, галерея, магазин двухэтажная. И здесь картины, вот какой классный. Для дома можно тут выбрать. Такие вот старинные, наверное, еще вещи. Вот это вот, скорее всего. Морской пейзаж. Такой вот магазинчик. Распродажа дня. Ой, там картин валом просто. Куча картин, куча рамок. Куча всего вообще, кто любит искусство, можете сюда даже как музей прийти. Вот Безим, а тут у нас рынок, который по понедельникам в оба. Он уже на канале, кстати, вещевой и овощи, фрукты. Вот здесь он заканчивается. Здесь те виноградные для долмы, сарма, долма. Я так ее полюбил, блин. Хотя она и без мяса. Вот Безим магазинчик. А Метро находится вот тут вот, ну, 10 минут черепашьим шагом идти к Метро. Так, а что я хотел? Я хотел винный, где этот Бахус винный магазин, сейчас переход есть, сейчас я перейду, посмотрим винный магазин, а то я всегда ночью прохожу мимо него. Рынок сейчас вечерний, поскольку без 10-6 людей очень много, я часа полтора был назад на рынке, сейчас больше еще людей, чем было. Сейчас Метро иду за рыбкой уже, неделю почти рыбы не ел. После того, как стал есть рыбу, курицу, вообще месяц курицу гриль просто. Ну, вообще любую курицу, просто вот она не лезла, ее не хотелось абсолютно. Вот как подсел на дорадо, сибас, лосось. И почти 2 месяца у меня ежедневная еда была, это сибас, дорадо или лосось, блин. А курицу вообще не хотел просто. Сегодня буду борщ варить, накупил овощей на рыночке. Здесь компья, вот он Бахус, мы к нему как раз выйдем. Что-то я там в нем особо ничего не вижу. Внутрь я не пойду, и вам, брат, он, по-моему, не работает. Чисто специализированный винный магазин. Все идут с рынка. И здесь вот компьютерный магазин, где куча системных блоков, именно я его показывал. Тут выбор круче, чем Ватан компьютер даже. Ватан компьютер не столько компьютеров, именно системников. Это район оба все. Да, Бахус что-то, наверное, не работает еще. Может быть, он сезон откроется, может, ремонт какой-то. Не работает. Хотел показать побольше вина вам. Вот этот компьютерный магазинчик. Куча где всего связанного с компьютерами. Вот все бренды, которые здесь есть. Продажи. Тут, конечно, игровые компы и клавиатуры самые разные. Чего тут только нету. Очень много всего. Ну, не буду внутрь заходить. Большой выбор там ноутбуков. Еще больше, чем системных блоков. Я заглянул. Так, там вообще ряды с ноутами. Просто нигде столько нет ноутов тоже. Вот, короче, где он находится, вы поняли. Автоматик. Вот этот вот сервис красный. Не доходя магазина Безим. Бахус Вайншоп. Там тоже указатель есть на Бахус. Это в районе отель. Вот здесь уже Blue Wave будет. Вот здесь вот где-то Blue Wave находится. О, здесь как раз я хотел сюда прийти специально поснимать. Сейчас я вам покажу. Смотрите, прелесть какая. Большой-большой тут сад апельсиновый. А здесь магазин, где можно купить вот это кумкват с плодами. Прям это оливки. Кумкват сыпется, блин, можно сорвать и съесть его. Обсыпается кумкват. Сейчас тут еще будет. А вот это вот я, честно, не знаю, что за деревце. Честно, не знаю, врать не буду. Возможно, айва, либо... А может быть и апельсин, не знаю.
красиво деревца. А вот мушмула, смотрите, он уже мушмула огромная такая, осталась только пожелтеть, и уже почти спелая мушмула. Лимоны. Ну, это дерево, а это магазин. Вот смотрите, шелковица, это уже из магазина. Она вот в ведерочках с землей. Шелковица, вот она. Почти спелая шелковица, то есть готовое дерево уже с плодами. Вот мушмула. Мушмула это уже тоже та, которая продается. И она тоже с плодами. Смотрите, мушмулы сколько. Класс. То есть покупаете дерево, оно уже вот это все мушмула, она тоже это плоды уже на дереве, которое продается. Вообще здорово. Что, может, кому-то это понадобится. Может, кто-то домой даже захочет увезти. Я не знаю, перевозка, скорее всего, разрешена. Я когда-то летел с Донецка на Кипр. Я летел не на турецкий, а на обычный. Везли. Вообще же девочка везла только что-то то ли черешню, то ли вишню. Ну, короче, саженцы. Но ее пропустили. Узнавайте это все, можно ли везти. Я думаю, что, скорее всего, можно. Смотрите, здесь дерево с лимонами тоже продажное. Вот. Класс, давайте, вот еще зашел уже сюда. Здесь апельсинки. Вот это либо мандаринки, либо апельсинки. Такие вот деревья. Тоже все цветет, класс, так классно. Это похоже, блин, я не знаю, на что похоже, на лавровый лист даже похоже, может, на перец. Мураба. YouTube, реклама. И кумкватик вот такой маленький, с плодами, прям класс. А вот еще здесь есть деревья. Вот много как шелковица, вы видите, шелковица вообще супер просто. Еще пару дней ее можно будет есть. Она, посмотрите, как много здесь всего. Вот это все оливки, это кумкват. Здесь вот есть еще, это тоже кумкват, вот то посерединке я не знаю что. Но в общем тут очень большой выбор, я даже не думал, что такая большая площадь здесь еще вот получается, вы видите. Цветущие все апельсинки, все с цветочками. Я так думаю, что этот сад апельсиновый, который там, это их, скорее всего, тоже. То есть, молодцы люди, они тут прям все это делают, производят, так сказать. Лимоны, смотрите, какие огромные лимоны. Супер вообще. Очень-очень много горшочков, очень много всего здесь. Не буду называть то, что я не знаю, но тут, я думаю, все есть. И очень много шелковицы, кстати, очень много шелковицы. Значит, шелковица популярная. У турков любят они ее, значит, садить и кушать, наверное, тоже туда еще можно зайти, там куча всего. Здесь гранатики маленькие, смотрите. Маленькие гранатики, прям тоже плоды, это получается гранатовое дерево, блин, как оно хоть выглядит, вот это получается. И цветки, видите, как цветет гранатовое дерево, сиреневым вот. Обалдеть, люди, интересное видео получится, мне самому интересно это все, очень надеюсь, вам тоже. Тоже все цветет, запах, я вам не могу передать, какой потрясающий запах. Смотрите, как много всего. Там сад красивый, все цветущие апельсинки. Просто обалденно. Мушмула, куча мушмулы. Молодцы, здесь это наверное, самый большой в Алании, вот такой, вот такого типа питомник. Есть там еще в районе Димчая, но там больше, по-моему, специализируется авокадо, еще что-то там. А здесь вот есть все, там розы, кусты с розами. Ой, какой здесь запах потрясающий. Все цветет, и маленькие саженцы, и большие деревья. Это уже, собственно, как бы двор получается. Мы вошли сейчас во двор человеку, который там занимается. Там куча апельсин цветущих. Ой, здорово как. Я хотел сюда прийти, я это сделал. Здесь лимончики, вот дерево большое с кучей лимона. Очень классно, очень классно. Ну, цены, люди. Ну, и сейчас я не начну спрашивать цены на все подряд. Вы цены можете приходить уточнять, конечно же. Интересно, выйду я туда, на ту сторону, чтобы пройти через это. Вот тут вот, что же здесь есть? Если бы я все знал по листьям, я ж не все знаю, не все могу по листьям показать. Но мне кажется, такого, как перец, помидоры, тут не будет. Тут чисто вот все именно такое, вот то, что вот деревья, полудеревья, как бы кустики. Супер выбор, конечно, капитальный. Кто здесь переезжает жить в дом, допустим. Хотел туда выйти, но думаю, человек просто подумает, что я здесь где-то потерялся. Буду ходить вредить, чтобы он не нервничал, я выйду сюда же, где я заходил. А так я хотел туда выйти, через дом и походить новыми тропками. Ну, мы сейчас еще выйдем. Все равно куда-нибудь я
не по прямой хочу в метро идти, а походить еще что-то где-то посмотреть там по улицам, по которым вы не часто ходите, что-то интересное покажу вам. Машмула, кумкватик. Вот, вот так вот красиво, люди. Там вон лимоны, саженцы тоже уже с плодами огромными, лимончики прям. Супер магазин, конечно. Ну, я думаю, цены доступные на это все. Здесь вот что-то какие-то даже елочки есть. Вот. Можно елочку посадить. Лимон, а там огромный, он следующий лимон вообще такой большущий, большущий. Классный. Так вот много всего. Я даже не ожидал, если честно, когда сюда заходил. Я думал, тут один ряд. Чё, Гузель? Супер. YouTube. Спасибо. Класс. Очень здорово. Я думаю, вам понравилось. Еще раз, где это находится? Арчелик. Арчелик здесь. Ну вот, не доходя до Безим, до Бахус Вейншоп, вот это все вы увидите. И вот человек здесь живет. Да, у него тоже там есть груша написано, персик, груша, яблоко, авокадо, персик, гранат. Да, все, значит, есть здесь абсолютно все деревья. Так что приходите, приходите, кому это интересно. Я удовольствие получил, пройдясь по всему этому. Так, идем дальше в сторону метро. Сейчас где-нибудь завернем в какие-то дворики. Пока светло, не хочется идти сразу в метро, хочется вас где-то поводить, побродить. А давайте попробуем пройти через дворик. Написано иностранцам, типа, не входить, или я не знаю, что эта надпись значит, но вижу слово иностранец. Но мы транзитом, транзитом можно. Смотрите, какая почва здесь, да? Обалдеть, конечно. И все растет в этой почве. Еще и кормит нас Турция своими помидорами, нас черноземных, блин. Такой вот обычный дворик, ну не совсем старый дом, но не совсем новый. Бассейн есть. Прошли, смотрите, у них шелковица. Ох ты, ё-моё, смотрите, какая крупная. Просто обалдеть, вот такие вот шелковицы висят. Почти спелые. Класс, тоже не зря сюда зашел. Тут мы что-то с одного дворика выходим, ну сейчас мы насквозь пройдем. С одного дворика выходим в другой. Тут у нас какая-то промзона. Вау-вау-вау. Боюсь-боюсь. Все, не иду к тебе, обхожу. Песик там работает. Котейка, ты беременная. Дать тебе надо покушать. Сейчас покормим, люди, беременную котейку и пойдем дальше, пока с вами. Прощаюсь или не прощаюсь? Котейка. Глянь сюда. Далее тебя поесть чуть-чуть. Сейчас метро надо будет что-то купить. Спасибо большое, кто донатики котейкам присылает. Раз в недельку приходят. Здесь вот дом строится. Или дом, ну это скорее всего какие-то магазины будут, а не дом, наверное. Так, вышли мы. Опять вышли на дорогу. Смотрите, какой древний. Это Dodge, по-моему, даже вот это вот грузовичок. Представляете, каких он годов? Ну, конечно, это не военных, не сороковых, но, блин, но 60-х уж точно. А то и раньше даже, потому что реально, смотрите, какой он. Вообще обалдеть просто. 60-е, может, даже и 50-е, я не знаю. Так, что вам тут еще показать? Там вкусные разные штуки есть. Кафешечки со всякими сладостями, где можно их и купить, и посидеть, поесть. Такую вот квартирку я бы себе купил бы с удовольствием, если бы ее можно было купить лишь за 10 евро. Все, хожу еще какой-нибудь сарайчик, блин. У меня нет и 10, конечно, но дело в том, что найти 10 более-менее реально, как бы, да, а 20 найти это уже нереально. Тут глазные клиники, оптики, я показывал, обзор оптики у меня есть на канале. В раздел видео зайдите, видите слово «оптика». Найдете. Мы там очки показываем, цены на очки, также рассказывают на русском языке, как происходит подбор, выбор очков, как и так далее. Короче, все есть на канале. По-моему, 2 года назад я ходил к ним в гости, тут в оптику одну. Мы с вами идем уже довольно много, а потом замахаюсь это загружать, но пока идем. Пока идем. Здесь тоже что-то строится.
А то, что я сказал, вкусняшки, они там находятся, вот как раз за этим строящимся зданием. Очень много мушмулы, и вот вижу, впервые уже начинает она реально желтеть. Вот смотрите, здесь это улики, что ли, для пчел. Здесь мушмула реально вот уже вот там, блин, вам не видно без приближения. Вот тут мушмула уже чуть ли не желтая. Это круто, конечно. Скоро она поспеет. Здесь такой маленький парк для местных. Так называется детский чоджук. Это киндеры. Буква Ч, это SC английская, она читается как ДЖ, два звука. Я все хочу сделать это. Все, детишки помахали нам, все помахали. Чоджук — это детский, ну, парк, вы сами понимаете, детский парк. И тут вот показываю вам тоже уникальное. Так, вот такие вот киоски, где местный хлеб. Я такой хлеб не ем. Когда приехал, ел. Сейчас я ем хлеб более полезный в магазине, покупаю. Покажу потом видео, сделаю о хлебе, который я покупаю. Белые батоны не ем. Здесь вот можно видео сделать. Заброшка. Туда, в принципе, можно и зайти полазить. Кстати, да. Не, ну туда я не полезу. Там неизвестно, что там внутри. Ну, я имею в виду в плане, кто там что делал, неизвестно. Так-то. Не из-за того, что боюсь. Бояться можно наверху, что оно провалится. Ну, такой вот домик был. Сейчас мы пройдемся. А что с задней? Давайте метро обойдем. Я никогда не ходил, не обходил метро. Что-то по той сзади метро пройтись хочется. Можно было выключиться, начать следующее видео, но я пока иду еще. Оно будет длинное, конечно, зато много всего в одном видео будет. Кафешки, ресторанчики, все работает. Тоже куча сладостей, куча тортиков вот там на витрине. Там мне нельзя на такое смотреть даже, потому что это обалдеть, можно вот вам и по телеку показать. А, это ханжи. Ханжи это сеть. С такими вкусняшками. Я не могу на это смотреть, простите. Долго не могу вам это показывать. Потому что будет у меня голодный обморок. Так, куда пойти? Вот так обойти метро. Ну давайте обойдем метро. Там выйдем. Мы уже пришли к метро. Сейчас я подсел, конечно, на метро, но я вспомнил свою жизнь в Украине, как бы все-таки более 10 лет покупать все только в метро. Ну, конечно, отпечаток свой накладывает. Ну и плюс, кто бы там что не рассказывал про чудодейственные Мигросы или все остальное. Метро — это прежде всего качество. Метро — это огромнейший выбор, потому что нигде нет такого. Нигде абсолютно. Ни в российском, ни в украинском метро нет такого ассортимента продуктов, как есть в метро турецком. Здесь соединена Европа, по еде, Азия и все, что только может быть. Поэтому такого выбора, я вполне серьезно говорю, такого выбора продуктов нет нигде вообще, как метро. Ну, в Алании нет такого выбора продуктов уж 100%, как метро. То есть вы и гуакамоле можете найти здесь, и маскарпоне, мой любимый, и моцарелку я нашел свою любимую здесь, и сыр Филадельфия, и сгущенка. И буженинки, в нашем понимании, окорока, буженинки из курицы, из говядины. Тут есть реально все. Красивые виды здесь. Оба плаза, ничего себе, я не видел, не обращал внимания, что называется оба плаза. Поэтому райончику надо побродить, прийти как-то так, чтобы часа на 3 у меня запас ног был. И пойдем в сторону гор, то есть дойдем до конца. Хотя сейчас я посмотрел на горы, увидел, какие там домики. Хрен знает, где находятся. Я понял, что туда я не дойду, наверное. На самом деле, они далеко, у тебя дома в горах. Туда еще час, наверное, отсюда идти. Ну, минут 40, как минимум. Больше, наверное. Получается, вот здесь я иду впервые. Так, чтобы метро обойти сзади. Тоже плаза. Тут у них центр плаз, короче. Центр плаз. Они все в одном месте всегда. Оптики в одном месте, плаза центра в одном месте. То есть это такой бизнес-центр, так сказать. Но не только бизнес, тут все есть. Врачи там в этих плазах, он, я читаю. Перде — это шторы или гардины. Такой вот интересный островок такой с плазами, блин. Большими центрами. Ну, они не очень большие, но... Кафешки повсюду тоже. Много всего в одном видео, люди. Я думаю, интересно было.
вам это все увидеть, потому что ну реально много всего в одном видео показал. И это еще не конец, мы идем, мы еще дальше идем. Бэкстейдж, Hair Design, крутой салон парикмахерский. Метро заканчивается, начинаются красивые дома там жилые. Очень красивые, кстати. Да, наверное, все-таки нажму сейчас паузу, друзья. Следующее видео мы начнем прямо с этого места, потому что я просто реально полтора дня потом это буду грузить, если оно больше 20 минут будет.